Здравствуйте. Наталья. Геннадий. Наталья. Так. Здравствуйте. Скорая? Судебное слушание по уголовному делу Игнатьевой Оксаны Кирилловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначается на 12 ноября 2022 года. Оксана Кирилловна, хотите что-то сказать суду? Нет, Ваша честь. Извините. Продолжайте. Ваша честь, могу я выйти по подписке до следующего заседания? Учитывая тяжесть совершенного вами преступления, суд отклоняет вашу просьбу. Вы остаетесь в СИЗО до вынесения окончательного приговора. Предварительное слушание окончено. Сделай что-нибудь. Слышь, я тебе деньги плачу. Да, Ольга Аркадьевна, вижу пропущенные. Извините, не мог ответить, было слушание. Семен Алексеевич, вы не могли бы сейчас приехать в дом Геннадия и Натальи? Это не телефонный разговор. Наталья – домохозяйка. Ее муж Геннадий – юрист. У них своя фирма. Гущин и партнеры. Юля учится в 7-м классе. И нет, я не в курсе, были ли у Гущиных враги. Я никогда не слышала, чтобы Гущины ссорились между собой. Вы уже знаете все наши вопросы? Да. Не в первый раз общаемся. Сейчас вы должны спросить, кем мне приходятся Гущины. И кем они вам приходятся? Никем. Мы знакомы 2 недели. Одна моя выпускница преподает в школе, где учится Юля. Сказала, что девочка – гений математики. Я согласилась проверить. Сегодня должно было быть наше 4-е занятие. А еще отец Юли – Геннадий Гущин. Брат Гущина – Семена Алексеевича, судьи. Да. Мы с Семеном познакомились на прошлой неделе. Он заезжал в гости сюда. Обменялись телефонами, ну так, на всякий случай. И вот случай предоставился. Ольга Аркадьевна, скорая, полицейские машины. Здравствуйте, полиция со мной. Капитан Жданов. Михаил, вы работаете со следователем Карташовой Светланой… Васильевной. Кого не выносит? Наталью. Примите соболезнования. Я пришла на занятие, обнаружила ее в гостиной. Она была мертва. Мы пока не знаем, что произошло с Натальей, но это не похоже на ненасильственную смерть. Так, подождите. А мой брат в курсе? Вы звонили ему? Звонили. У Геннадия отключен телефон. Мы связались с его фирмой. Секретарь сказала, что он сегодня рано ушел домой. А Юля? Юля в порядке? Да-да, с ней все в порядке. Она спала. Я ее с трудом разбудила. На всякий случай ее сейчас осматривает врач. Она в доме? Я должен ее увидеть. Держись. Юля. Здравствуйте. Здрасте. Юль, ты как? Мне сказали, что мама… Тише, тише, тише. Да, мама… Мама, к сожалению, больше не вернется. А папа? Что с папой? Я не знаю, его нигде нет. Ты не знаешь, где он может быть?
Вы закончили осмотр? Да, травм нет, но девочке лучше пройти обследование. Судя по ее состоянию, она приняла какой-то седативный препарат. Спасибо. Пока не уходите, у меня к вам еще пара вопросов. Хорошо. Юля, ты пила какие-то таблетки? А ты видела, что произошло с мамой? Юля, скажи мне последнее, что ты помнишь. Мама приготовила обед. Мы с папой накрыли на стол и вместе сели есть. А потом мне захотелось спать, и я ушла в комнату. Все. Гена, Гена, куда ж ты делся? История все страннее и страннее. Вы везите девочку в больницу, а мы ждем отчет патолога-анатома, пообщаемся с соседями и звоним Светлане Васильевне Карташовой. Юль, 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 что такое? Тебе плохо? Что болит? Вроде ничего. Только спать хочется. Давай-ка. Спасибо. Аккуратно. Открыто. А. Так, Юля. До свидания, Юлечка. До свидания. Спасибо вам огромное, Ольга Аркадьевна. Да не за что. Можно просто Ольга. Если честно, совершенно нет опыта общения с детьми. Надеюсь, с Геной все в порядке, он скоро объявится. По правде сказать, у меня опыт тоже небольшой, но если что-то нужно, вы дайте знать. У меня в институте лекции не каждый день. Есть окна. А можно вас тогда попросить продолжить занятия с Юлей? А, да, если она захочет. Да, я думаю, ей сейчас надо как-то отвлечься. Она мне говорила, что математика – самое любимое ее занятие. Ну да. Может, даже лучше любой терапии. Спасибо. Я вас подвезу. Садитесь. А, благодарю. Спасибо. Да, Миш, все поняла. Спасибо. Пока. А ты знаешь, кто позвонил в полицию с места преступления? Кто? Ольга Барковская. Ух ты. Так может, она всех убивает, а тебя за нос водит? Ага. Да, чувствую, опять задачки будем решать. Что-то математики разбушевались. Патологоанатом сказал, что Наталья умерла от передозировки снотворного. То же самое снотворное обнаружили в крови дочери, Юлии. Кто-то снотворное подсыпал в тарелке Гущиным. Ну, значит, это убийство, Свет. Угу. А муж что? Как сквозь землю провалился. Так может, он жену и того? Сомневаюсь. Снотворное было во всех трех тарелках. Слушай, всю семью усыпили? Угу. Понятно. Тогда, конечно, он на своих двоих уйти не мог. Может, похитили? Ну, пока этому подтверждения нету. Ну, надо тогда искать свидетелей. А соседей опросили? О, дураки-то. Забыли. Ой, сейчас идем опрашивать соседей. Что бы мы без вас делали, товарищ полковник? Молчу, молчу. Соседей дома не было. Камеры не работают. Поселок еще не обжитой. Готово. Уже? Да. Ну-ка дай. Закрыли и держи. Ага. Весь день над ним сидел. Все-таки знаешь, Свет, так хорошо на пенсии. Все время можно уделять любимому делу. Поверю на слово. А еще можно путешествовать. Но мне, правда, не с кем. У меня жена трудоголик. Я на пенсию не пойду. Я вообще не понимаю, зачем ты ушел. Меня все равно отправили по состоянию здоровья. Ты знаешь, лучше закончить карьеру с высоко поднятой головой. Угу. Чтоб потом с ума сходить от безделья. Я от одиночества с ума схожу. Я еще лет пять буду работать. А ты можешь заняться педагогикой.
Семен, здравствуйте. Я уже в вашем дворе. Это же ваша черная машина с наклейкой собачки. Да, здесь на стекле какой-то конверт. На рекламу не похож. Может, я заберу и передам вам? Хорошо. Сейчас буду. Ну и заказ ты мне сделала. Я про такие омлеты даже не слышал. Так, теперь осторожно. Зараза. Ай, зараза. Прости, я сейчас попробую еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Дядя Семен, поздравляю. Ольга, вы простите, у меня тут кулинарная катастрофа. Ага. Проходите. Да что же это такое? Ты прости, я сейчас все исправлю. Я не очень хочу есть. Надо есть, Юленька. Здравствуй, Юленька. Здравствуйте. Вот, принесла. Будем заниматься. А что это вы там такое готовите? Амурайсу, японский омлет. Семен, вот конверт, который я нашла на вашей машине. Давайте-ка я вам помогу. Один повар научил меня неплохо готовить. Так. Ольга, а давайте… Давайте поставим доску в комнате Юли. Приятного аппетита. Спасибо. Что случилось? Геннадий. Посмотрите на газету. Сегодняшняя дата. Так, а это что? Ваша честь, представляю вам экспонат А. Фото похищенного Геннадия Гущина. Вот зачем усыпили всю семью. Хотели выкрасть Гену без свидетелей. Также обратите внимание на экспонат Б. Зашифрованное послание. Где оно? Нет, только не это. Вы говорили, что уже решали такие загадки для полиции. Может быть, похитители тоже об этом знают? И они хотят, чтобы я вам помогла? Ну, если они следили за домом брата, то знают, что вы у нас были. Экспонат Б поможет вам найти вашего брата и помочь ему избежать смертной казни. Разгадайте эту часть пазла и получите вторую. У вас есть 10 дней, чтобы решить все наши загадки. Иначе приговор Геннадию будет приведен в исполнение. Они убьют Гену! Если мы не сыграем в эту игру. Вы можете пользоваться любой помощью. Даже привлечь полицию, нам все равно. По скриптум, деньги нам не нужны. Нам важно донести послание до вас и до правоохранительных органов. Какое послание поймете, когда разгадаете все загадки? Так. Я попробую разгадать послание. А вы отнесите конверт Светлане Васильевне Карташовой. Так, секундочку. Я должна это сфотографировать. А за Юлей я присмотрю. Думаю, надо открывать дело о похищении. А у вас есть фотография брата? Вы можете мне ее переслать? Да, конечно. Такая подойдет? Так,
Да, подойдет. Разошли ориентировку по всему городу. Опроси знакомых Гущиных, всех друзей, коллег. Свяжись с нашими айтишниками. Пусть проверят все гаджеты Гущиных. А конверт криминалистам. И содержимое. Сделаем. Угу. Ну, теперь с вами, Семен Алексеевич. Мне нужны имена всех ваших предполагаемых врагов и недоброжелателей. У вас в ручке чернил не хватит. Я ж судья. Разгадаем загадку и найдем папу? Возможно. Но это просто цифры. Нет, не просто. Смотри внимательнее. Эти лишние? Так, а почему? Потому что они несовершенные, а все остальные совершенные? Совершенные? Или натуральные числа – это числа, равные сумме всех своих собственных делителей. А кто придумал первым алгоритм совершенных чисел? Евклид. Назовем наш ребус загадкой Евклида. Присаживайся. Подчеркнем все несовершенные числа, тем самым выделим ненужные. Они несовершенны сами по себе и не вписываются ни в одну из длительных последовательностей. Записывай. 0, 4, 0, 7, 2, 0, 1, 1. Свет, здравствуй. Да, привет. Кажется, я расшифровала послание. Сейчас скину тебе СМС. Давай, а я покажу его. Так, Ольга расшифровала послание. И вот какие получила цифры. А вот они вам о чем-нибудь говорят? Извините. Спасибо. Это даты. Первое – это день, когда Гена с Наташей забрали Юлю из приюта. А Юля – приемная дочь? Да, у Натальи были проблемы. Понятно. В 2011-м они взяли Юлю, ей тогда было 3 года. Мы с Геной каждое 4 июля по стаканчику пропускаем. Для него этот день много значит, он тогда стал отцом. Угу. А вторая дата? Понятия не имею. Здравствуйте. Юля. Здравствуйте. Смотри, что я тебе купил. Продавщица сказала, что это самые вкусные пончики. Спасибо, но мне такие нельзя. У меня аллергия на глазурь. Да, точно. Гена же все время без глазури брал. А мы сейчас знаешь, что сделаем? А, давайте. Смотри. Смотри. На, вот тебе держи. И иди купи себе, что ты хочешь. На твой вкус. Не надо, спасибо. Юленька, ну ты же совсем ничего не ела сегодня. Даже не завтракала. Пойди купи что-нибудь. Угощайтесь. Нет, спасибо, я не хочу. Ну что, есть какие-то новости? Только те, что говорил по телефону. Числа – это даты, но что они значат, непонятно. Я уже не знаю, что говорить Юле. Мне уже самому трудно изображать спокойствие. Каждый раз вздрагиваю, когда телефон звонит. И жду, что в трубке мне скажут, что нашли тело Гены. Держитесь ради Юли. Вы же видите, в каком она состоянии. Ей больше не на кого опереться. Да, вы правы. Хотя какой из меня отец? У нее все признаки депрессии. Такое пережила. Может, сводить ее к детскому психологу?
Вот. Прошелся по всем знакомым Гущиных. Угу. Только время зря потратил. Дай угадаю. Гущиных все любили, врагов у них нет. Ну, в общем и целом, да. Но Гущин – юрист. Они часто работают с уголовниками. Этот юрист работает только с бизнесменами. Консалтинг, составление договоров – все в этом духе. Но я съездил в приют, и не только. Личное дело девочки. Угу. Настоящие родители Юли – Никита и Нина Багровы. Угу. Никита мертв. Нина недавно вышла из тюрьмы по УДО. Сидела за убийство Никиты. А начать с этого не мог? Ну-ка, ну-ка. 03, 06, 82 год. День рождения Нины Багровой. Свяжись с ее надзирателем по УДО, выясни, где она сейчас. Если она похитила Геннадия, зачем ей давать наводку на себя же? Может, она его и не похищала. Но преступник не зря указал на нее. Светлана Васильевна, вам бы передохнуть. А что я такого сделала-то? Это ты вон целый день мотался. От умственного труда устаешь больше. Не подлизывайся. Да нет, я не подлизываюсь. Это научный факт. Иди давай домой, ученый. Хорошо поработал. Спасибо. Отдыхай. Майор Якушев. Здравия желаю, капитан Жданов. Здравствуйте. Мы говорили по телефону по поводу Нины Багровой. Да, вы извините, что я вытащил вас сюда, но моя бывшая на меня сегодня сына повесила, а оставить его не с кем. А где он, ваш? Коля! Коля! Расскажите мне про Нину Багрову. Да что рассказывать? Ну, отсидела 6 лет за убийство, вышла по УДО. В отличие от моего сына, ведет себя хорошо. За все эти годы проблем с ней не было. Преступление на почве страсти – классика. Убила мужа за измену, но странно, что в ее показаниях ничего не было про измены. Ну, понятное дело. Она до последнего в невинность играла. Но следователь нашел в телефоне мужа переписку с любовницей. Этого было достаточно, чтобы установить мотив. Хотя там и так все было понятно с самого начала. Багрову, можно сказать, взяли с поличным. Помогите. Помогите. Товарищ капитан, ну, все это есть в деле Багровой. И показания свидетелей, и опись улик. Да, но только сама Нина на допросе рассказывала совсем другую историю. Пришла домой, увидела мужа в крови, а пистолет нашла на полу. Ну, так себе отмазка, если честно. Это не ваш сын? Коля! Ну, как ты туда забрался? Катя, не бей! Не бей его! Бей, брата! Так, давай, слезай, пока не упал. После ареста Багровой ее дочь отправили в приют, так как родни у нее не было. А Нина знала, кто удочерил ее Юлю? Она наняла частного сыщика, и он помог ей найти новых родителей девочки. Она сама вам об этом рассказала? Ну да. Я стараюсь выстраивать максимально доверительные отношения со своими подопечными. Проще потом искать, если сбегут. Вообще, она долгое время пыталась добиться от них права хотя бы видеться с дочерью. Но те ни в какую. Ну-ка, быстро сюда. Нечего, мол, уголовнице с дочерью рекшаться. Их можно понять. И чем закончилась вся эта история? Она еще не закончилась. Когда мы последний раз не виделись, она, ну, так мельком обмолвилась, что ищет адвоката. Судиться за дочку собралась. Хотя, как по мне, дохлый номер. Откуда у нее деньги на адвоката? Но в том-то и дело, что у нее их нет. А с ее прошлым ни одно агентство ее на работу не возьмет.
Агентство? Ну, страховое. Она по специальности страховой агент. Ясно. Спасибо. Звоните, если что. Я на связи. Не догонишь, не догонишь. Да, Коля! Твою ж дивизию! Лиза, верните! А, простите, вы к кому? 109-ю. Значит, ко мне. А вы кем приходитесь, Нине Багровой? А Нина мне комнату сдает, но ее сейчас нет. А ей что-то передать? Да, мне бы надо с ней побеседовать. Ёлы-палы, что она опять натворила? В смысле опять? Ну, в смысле, она ведь уже сидела, да? За убийство, хотя вы, наверное, знаете. Блин, простите, у нас дома небольшой пожар случился. Щипцы на диване оставила, теперь вот делаю ремонт за свой счет. А Нина съехала, пока я все в порядок не приведу. А вы не знаете, куда она съехала? Она мне не отчитывается. Правда, и телефон не отвечает. Я уже даже волноваться начала. Она уже месяц дома не объявляется. Может, случилось чего? А то я ремонт почти закончила, а ее все нет. Я думала, что она скоро вернется, потому что вещей с собой не взяла. Я сама детективы люблю, сразу всякие штуки подмечаю. Ну, думаю, раз не взяла вещей, значит, скоро приедет. Хорошая работа. Анита. Анита. Звонарева Анита Витальевна. А давайте я вам помогу. Да не надо, сама справлюсь. Давайте, давайте, куда нести? Да вон там, мусорный бак. А вы не думали, что у нее могут быть неприятности? Думала. Все волосы на себе вырвала. А что я могу поделать? Я ж не знаю, где она. Нужно подать заявление о пропаже человека. Тогда у меня будут законные основания обыскать ее комнату. А, типа зацепки найти? Угу. А так ищите. Она не будет против, наверное. Это будет незаконный обыск. Нужно обязательно подать заявление о пропаже. Да без проблем. Зоотерапия? Да. Животные помогают пациентам раскрыться, а врачам поставить диагноз. Юленька, тебе нравится? Угу. Ну, хорошо. Угу. Благодарю. Юленька, а ты можешь что-нибудь нарисовать? Ну, что ты чувствуешь? Какая интересная методика. Давай попробуем. Да, собака вытащит из любой депрессии. Гарик тебе поможет. Я когда начал только в суде работать, чуть с ума не сошел. Вот только мой Купер меня и спасал. У вас есть собака? Была. Лабрадор, красавец. Под машину попал, жаль. Теперь понятно, откуда у вас наклейка с собакой на машине. Гарри тебе помогает. Я больше кошатница. Ты ему понравился. А, черт. А я надеялся, у нас есть будущее. Семен, не смущайте меня. Семен Алексеевич, а у Юли в детстве не было эмоциональных потрясений? Я не знаю, она ни о чем таком не рассказывала. Мне кажется, у девочки тяжелая психологическая травма. Ничего удивительного, учитывая обстоятельства. Нет, с ней что-то случилось. В раннем детстве. Что-то, чего она не помнит. Последние события наложились на прошлое и теперь пробуждают подавленные воспоминания. Ну? Как его зовут? Гарри. Гарри. А ты знаешь, что собаки очень любят, когда им чешут за ушком? Ты Привет. Еще не спишь? У меня расследование в самом разгаре. Какое расследование? Ты представляешь, нашел один форум,
где участники беседы пишут, но они не пишут, они как бы там постят всякие придуманные, ну не придуманные, а фейковые преступления, а мы соревнуемся, кто первый раскроет. Господи, чем бы пенсионер не тешился? Стоп, 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 подожди, подожди. Мой криминалист Твой пишет. Криминалист? Угу. Но она играет роль криминалиста. Угу. Мы с ней уже третье дело расследуем. Умнейшая женщина. Марина. Вот фотографию прислала. Дочка у нее красивая. Че? Нет, это она. А это ее мама. Ага. Ну, ты Марину-то долго не задерживай. Может, ей на работу с утра? Сейчас мы закончим и все. Свет, ты разогрей ужин, он в холодильнике, я приготовил. Да. Доброе утро. О, привет. Я кофе принесла. Помню, что у вас здесь ситуация с ним не очень. С лимоном, как ты любишь. Спасибо, очень кстати. Это все улики? Угу. А я могу чем-то помочь? Мы, математики, люди наблюдательные. Ну, я уже много чего интересного нашла. Это женщина, на которую указывал похититель. Да, биологическая мать Юли, Нина Багрова. Так. А это что за фотосессия? А это я у нее в шкафу нашла. Похоже, она за ним следила. Чтобы похитить? Не знаю, найду, спрошу. Ага. А поможет мне в этом? Анкета для приема на работу. Страховое агентство «ЩИТ». Петрова Ася? Угу. Нина Багрова была судима, поэтому под своим именем устроиться на работу не могла. То есть ты считаешь, она устроилась на работу по поддельным документам? Именно, Ватсон. Устроилась. Мне подтвердили. Я на работу позвонила. Правда, мне послать туда некого. Как? А я? Так это ж Ася, наша новенькая. Ася, да? Ага. А, вот и Ася. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Багрова. Стой! А где у нее машина? Стоять! По внутреннем дворе. Спасибо. Стойте! Да стойте вы! Пожалуйста. Ася. Ой, простите. Какой кошмар. Ждите, пожалуйста. Пропустите. Ой, да что? А что резина-то лысая? Надо менять. Опасно. А вы крутая. О, вам бы поучиться у своей коллеги. Ладно, процедуру знаю, поехали. И что, даже спрашивать не будете, за что вас арестовывают? Наверное, опять кого-то грохнули на меня. Решили повесить? Пойдемте. Проходите. Я сяду здесь, но я слежу за вами. Здравствуйте, Семен Алексеевич. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Позвонила Ольга, сказала об аресте Нины Багровой. А, неужели у меня появился новый поклонник? А вам весело, да, Нина? А юмор – моя защитная реакция. Хотя, наверное, сейчас, я полагаю, мне больше подойдет защита с адвокатской лицензией. Так? Проходите. А мне нечего пока вам рассказать. Я эту юмористку еще не допрашивала. Я поэтому и приехал. Хочу присутствовать на допросе. Тут вам не зал суда. Послушайте, похититель подбрасывает нам ключи, которые, видимо, могут разгадать только близкие гены, как с теми датами. Без меня вы бы не поняли смысл послания и не нашли бы Багрову. Может быть, и сейчас она скажет что-то такое, на что вы не обратите внимания. А я обращу. Ладно. Только не мешайте. Конечно. Вот эти фотографии мы нашли у вас в шкафу. Вы что, следили за Геннадием?
Нет, он случайно в объектив попал. Случайно? Угу. 9 раз в 9 разных местах. Да вообще мистика какая-то. Вы знаете, такое ощущение, будто он меня преследовал. Хватит кривляться! Семен Алексеевич. Зачем следила за братом? Проводила разведку перед похищением? Семен Алексеевич! Простите. Сядьте. Нервы. 3-й день по потолку хожу. Да не похищала я вашего Гену! Я на работе сутками пропадаю. Не верите? Камеры, проверьте. А почему же вы раньше это не сказали? А кто бы мне поверил? В прошлый раз не поверили. Я объясняла этому следаку, что я не могла Никиту убить. Я только с работы пришла. А он такой, а вот нет. Вы ушли с работы на 10 минут раньше, чем обычно. Козел. Но против вас было достаточно улик. И мотив тоже был. Да не знала я, что он с этой тёлкой спал. Узнала только на допросе, когда следак этот переписку показал. А у вас есть какие-то предположения? Ну, кто мог убить вашего мужа? Нет. Убийцу только Юля видела. Юля видела убийство отца? Но она ничего не помнит, ей только 2 года было. Никита! Никиточка! Никит! Помогите! В тот день Никита остался с Юлей дома. Видимо, когда убийца пришел, она испугалась и спряталась в шкафу. От шока она замкнулась. Насколько мне известно, она еще 2 года 2 слов не могла сказать, пока ее Гущины не удочерили. Это вам все частный сыщик рассказал? Да, я наняла сыщика, чтобы узнать, кто забрал мою дочь. Но он вам не рассказал, почему Гена с Наташей удочерили именно Юлю? Наверное, из жалости. Нет, ну он рассказал, что это Наташа, та самая, с которой мой муж спал. Узнала, что Никита убит, меня посадили. Своих детей с вашим Гущиным завести так и не получилось. А тут такой случай подвернулся. И совесть можно успокоить, и вроде как доброе дело сделать. Но вот вам и мотив, чтобы расправиться с Наташей. И вы про мотив. Старая песня. А вы не подумали, что моя Юленька тоже отравлена была? Зачем мне собственного ребенка-то травить? Я вас умоляю, пожалуйста, приведите сюда Юльку. Да я же ее 11 лет не видела. Да мне хочется посмотреть, какая она стала. Я вас очень прошу, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Здравствуй, Юля. Привет, Гарри, соскучился? Я сегодня очень занят на работе, не смогу забрать Юлю. За ней заедет Ольга. Помните, мы приходили в прошлый раз? Да, конечно. Ага, спасибо. Ну что, Гарри? Ну, я пошел, Юля. Пока. Всего доброго. Всего доброго. Ну что, Юлечка? Как сегодня у тебя дела? Мы проверили все камеры в офисе Нины. Во время похищения она была на работе. А как она объясняет фотографии? Никак. Шутки шутила. Сказала, что каждый раз Геннадий сам лез в кадр. Но мы игнорировать это не можем. Поэтому она посидит в изоляторе. Ну, до полного выяснения обстоятельств. А может быть, она наняла частного детектива? Она нанимала сыщика после того, как вышла из тюрьмы. Но это было очень давно. Сейчас она лишней копейки не тратит. На адвоката собирает. Оль, а можно с тобой посоветоваться, а? Я понимаю, больной вопрос для тебя, но
в обход просто не получится. Скажи, вот, а как ты поняла, что твой бывший, Гоша, заинтересовался другой женщиной? Здравствуйте, вы уже определились с заказом? Я не знаю. А вы можете посмотреть? Наверное, так первых признаков сразу и не заметишь. А какие признаки? Ну, конкретно в случае с Гошей, он стал о себе заботиться, новая стрижка, в спортзал записался, одежда модная. Хотел нравиться, пассии. Ой, Свет, прости, пожалуйста. Мне надо идти. Семен попросил забрать Юлю от детского психолога. Уже налаживаете семейный быт? Свет, просто у нас потом занятия по математике. Я пошутила. Ладно, давай, пока. Пока. Я заплачу. Тогда я плачу в следующий раз. Гарри, идем, мой красавец, пойдем домой. Здравствуйте. Здравствуйте. А где Юля? Ее дядя забрал. Как дядя? Подождите, он же на работе. Юля сказала, что ей написал дядя, что надо подойти на парковку. Я хотела ее проводить, но Гарри погнался за кошкой. На парковку. Я же не могла разорваться. Раиса сказала, что вы ей написали. Я теперь не понимаю, где ее искать. Юль! Юля! О, боже, вот она. Я перезвоню. Ты где была? Мне написал друг папы. Он оставил дяде Семену письмо на парковке. Это что же получается? Похититель использовал Юлю как курьера? Да, мы проверили Юлин телефон, но, к сожалению, не смогли найти отправителя сообщения. Он использовал VPN. Подождите, а камеры? Там камер полно на парковке. Там было всего две камеры. Он нашел слепую зону. Черт. Да, Уль, что у тебя? Мы разгадали сообщение. Это Международный женский день. И правда. Новая дата – 8 марта 1983 года. 8 марта 83 год. Вам эта дата о чем-нибудь говорит? 8 марта 1983? Угу.